Приготовились. Первая скачка осеннего кубка на старте. И на старт. Львица чуть выпрыгнула вверх и потеряла прием. А здорово принимает Руслан Круглыхин и Эллен Барс. Эллен Барс возглавляет скачку при входе в первый поворот. Остальные кучно. Неудачно принял Анзор на Саяне. Саяна замыкает. Итак, лошади преодолевают первый поворот. Выстроились они в линию и лидирует где-то на полкорпуса сейчас Руслан Круглыхин и Эллен Барс. На втором месте Электро, там же Лозанна. Рядом с ними тут целая группа лошадей. Там Мирзабек здорово полем на Львице подъезжает. И дальним полем Хамзат Улубаев и Мари де Стелли тоже идет очень здорово. За ними Капуэра. Там же вторая надировская кобыла Silent Rose. Остальные очень-очень кучно. Очень кучно идет вся компания по противоположной прямой. Немножко впереди Эллен Барс. На втором месте, на второй выходит Лозанна. На третье Мари де Стелли. Электро отпадает на четвертое. Далее большая группа лошадей. Ну что же, Лозанна захватывает Эллен Барс и высовывает голову вперед. Лозанна повела скачку. Эллен Барс второй. На третьем месте идет тут же Мари де Стелли. Далее большая группа лошадей в борьбе за четвертое. Лозанна выходит первой на финишную прямую. Лозанна лидирует. Эллен Барс второй. На третьем месте Мари де Стелли. Остальные очень кучно. И финишная прямая. Лозанна лидирует. Сможет ли кто-то сделать бросок? Лозанна уходит от соперниц. Лозанна здорово лидирует по финишной прямой и только отрывается. Лозанна увеличивает свое преимущество до недосягаемого для соперниц. Лозанна уверенно выигрывает приз «Трансфай». Лозанна финиширует первой. Мари де Стелли второй. Эллен Барс третий. И на четвертое, похоже, вышла «Шкода». Пятой, по-моему, была «Капуэр». Да, великолепно провела эту скачку Лозанна. Айдамир Шегушев, поздравляем его с первой победой в сегодняшнем дне. Ну и, разумеется, Алима Кажарова.